легитимизируют вход на территорию Казахстана российских войск, именно российских, потому что, ну что там, Белоруссия или Армения, или 150 человек из Киргизии, или там 80 человек армян, ну это ни о чем. Туда в основном перебрасываются российские войска. И 200 таджиков, да. Да, ну российские войска составляют 95-98% личного состава и техники, которые, и скорее всего все 100% тех, кто будет там что-то делать. В лучшем случае, как шутят в интернете, армяне возьмут под контроль рынок Алматы. А вот. Нет, это существенно. Да, ну для них существенно. Да. Это существенно поднимет их благосостояние. Да. Моральный дух и благосостояние.